Коробки с детской и подростковой одеждой, игровые конструкторы, канцелярские товары, книги и другие подарки, собранные и упакованные детьми из Германии, будут переданы детям из малообеспеченных семей города Чедерлунга и района. Подарок состоит из предметов, рекомендованных специальным списком. Дети сами подписывают и указывают возраст, на который рассчитан подарок. Проект реализуется совместно при участии благотворительных организаций Round Table Германии и Rotary Club Кишинев Центру, который ответственен за распространение груза по Молдове. Наш клуб является частью международной организации Rotary International, которая действует во всех странах мира. Всего в мире существует более 33 тысяч таких клубов. Клубы, как наши, занимаются благотворительными и социальными проектами. Один из таких проектов как раз мы сейчас и реализуем совместно с другими клубами. Если вы видите людей в красных куртках, это представители клуба Round Table из Германии. То есть, в принципе, это схожие организации, Rotary International и Round Table, потому что цели, в принципе, те же самые. Благотворительные проекты, социальные проекты, помощь малоимущим и неимущим людям. Социальный ассистент из Киритлунги говорит, что в список получателей вошли не все семьи, только те, кто действительно нуждается и не имеет возможности для приобретения подарков детям. 30 семей есть. Если у меня по списку 58 детей. Есть у нас многие, которые я даже не включала из-за того, что крайне нуждающимся сделала списки. На данном этапе подарочные наборы получают представители тех примарий, которые успели своевременно подготовить списки малообеспеченных семей. По Чедерлунскому району те примарии, которые оперативно сработали и предоставили списки таких семей, где есть такие дети, они получают сейчас, вот, скажем так, в первой партии эти подарки. Но мы надеемся, что остальные примарии, которые предоставят списки, также получат уже во второй партии. Это пилотный проект в рамках нашей страны. Организаторы доставили около 5000 подарков для распределения в трех территориальных зонах Молдовы. Всего количество подарков, доставленных организацией Round Table в этом году для детей из малообеспеченных семей Румынии, Украины и Молдовы, насчитывает более 65 тысяч.